Я ночами плохо сплю, потому что я Спартак люблю, потому что я давно-давно Спартак люблю. Я честно сам в шоке, я не знаю, я очень рад, что меня пригласили, и сегодня я вручал призы в номинации «Здоровый активный образ жизни», учрежденной компанией «Гербалайф». Так что большое спасибо им, что меня пригласили, и вот я сидел здесь как, ну, как VIP-гость. Если честно, не увлекаюсь футболом. Раньше играл во дворе, в коробке, я думаю, как и все дети. А что касается просмотров, то нету времени следить за регулярными чемпионатами России. А единственное, что получается, это чемпионаты мира, которые участвуют в Бразилии. Я думаю, если удастся, то, конечно, буду смотреть. Потому что это мне нравится. Это какой-то такой прям азарт. Дух футбола просыпается, и вот интересно смотреть. Итак, корона вручается победительнице конкурса «Мисс Спартак Москва» Владислава Чурилкина. Аплодисменты, дамы и господа! Впечатления очень положительные. Я не ожидала такого феерического финала. Получила очень много позитивных эмоций. Я вообще не ожидала, что пройду в финал. Поэтому даже пройти в финал для меня большая победа. А тем более быть в «Мисс Спартак» – это достойно не каждой девушки. Я думаю, что в этом году я заслужила этот титул, поскольку я очень давно болею за «Спартак», я шла к этому очень долго. «Спартаку» пожелаю побед, чтобы они продолжали радовать своих болельщиков, как в былые времена, потому что мы, преданные болельщики, очень долго ждем победы, наконец, какой-нибудь уже, хотя бы в кубке или в чемпионате. И очень болит сердце, когда видишь, когда «Спартак» проигрывает в любых матчах. Я хочу пожелать, чтобы они смогли вылезти из этой ямы, чтобы нашлись хорошие руководители, хорошие тренеры, которые смогли бы повести за собой весь этот коллектив и всю команду. Так что ребята не должны вешать нос, должны тренироваться и идти вперед.